Дым над лесом. Экстренные службы республики провели учение по тушению пожара в Заволжье. По легенде, огонь, вспыхнувший в сосновой чаще, грозил перекинуться на ближайшую базу отдыха. Условное возгорание в лесном массиве близ озера Астраханка. Дым над кронами деревьев заметили дежурные пожарных наблюдательных вышек. В 11 часов дня на диспетчерский пункт бюджетного учреждения Чебоксарский лесник поступил сигнал с пожарной наблюдательной вышки, что видят дым. Наш диспетчер среагировала, запросила с других пунктов, не видят ли дым. Также был обнаружен дым с пожарной наблюдательной вышки с Первомайской. Первыми на место прибывает разведгруппа, которая подтверждает пожар и начинает борьбу с ним. Однако своими силами справиться не получается. На подмогу вызывают пожарных. По легенде учения пожар развивается до крупного пожара. Это когда площадь пожара составляет более 25 гектар. Соответственно, привлекаются силы и средства уже Федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъекта, то есть Чувашской республики. Огонь в лесу – опаснейшая ситуация. Первостепенная задача – не дать ему распространиться на соседние деревья или же перекинуться на жилые дома. Поэтому пока трактор вспахивает землю вокруг очага, пожарные, лесники и прибывшие добровольцы борются с огнем. А в штабе просчитывают потенциальную угрозу, силу ветра, риски для ближайших населенных пунктов и определяют местоположение соседних водоемов, где можно заправить цистерны. Как будете готовы заправить автомобили? Силы, средства. В штаб, как понял. Наши машины АЦ. Автоцистерна 1,6 литров, значит, 1 тонна и 600 литров. Если вода заканчивается, мы заправляемся, вот река здесь Варламовка. Берем воды из реки Варламовка. Когда трудно доступные места, мы заправляемся мотопомпами. Тактика специальные учения оттачивают совместные действия подразделений. Пожарная опасность сегодня в лесах Чувашии высокого 4-го класса. Гражданам запрещается посещать леса и уж тем более разводить там костры. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.